Добрый день! Мы рады приветствовать вас на канале Орибо. С вами Татьяна Осадчук и Наталья Комарская. Сегодня мы вам представляем новинки каталога номер 15 2016 года. Каталог действует с 24 октября по 12 ноября. Наташа, уже вместе с каталогом номер 15 мы начинаем готовиться к зиме. И на первой же страничке у нас обновленная классика, легендарная коллекция Giordani Gold. Первая новинка, которая здесь представлена, это универсальная супертушь для ресниц Giordani Gold. И у меня сегодня была уже уникальная, Наташа, возможность ее протестировать. Я уже ей накрасилась, я почувствовала все преимущества этой туши. Она и делает объем, и делает длину, и она разделяет реснички. Чем она мне понравилась? Тем, что, ну, во-первых, она мне напоминает немножко тушь 5 в 1. Ее силиконовая кисточка, тут нет, конечно, разной длины ворсинок, ну, немножко впереди, видишь, покороче, здесь подлиннее, но мне было очень комфортно наносить ее, и эффект мне очень понравился, Наташ. Еще, естественно, она ухаживает, имеет ухаживающую формулу и очень стойкая. В принципе, все преимущества туши налицо. Сделана такая тушь у нас в Польше, здесь 8 мл, и, ну, в общем, я думаю, что это прекрасная обновленная новинка, которую стоит приобрести в этом каталоге. Таня, мне понравилась цена этой туши, ее можно приобрести по специальной цене, всего лишь за 149 гривен, при этом необходимо разместить заказ на 150 гривен со страниц 2-9, это именно что-то из коллекции Giordani Gold, тогда мы можем взять эту тушь по уникальной выгодной цене. Да, и давай продолжим участие в нашей акции. Появляется твоя любимая Наташа, да, помада. Помада моя любимая, губная помада, икона стиля из коллекции Giordani Gold. То есть она пополняется еще 5 такими роскошными оттенками. Что мне нравится в этой помаде? У нее такая уникальная кремовая текстура и очень хорошее комфортное нанесение. Плюс SPF фактор 15, который заботится о наших губах. Я так понимаю, что это добавление, да, к серии, это те цвета, да, которых не было. Новые оттенки. И давай, Таня, сразу их посмотрим, эти оттенки. 5 оттенков. Первый глубокий винный. Давай их сразу наносить и будем смотреть, какие они дают оттенки. Мы уже успели, конечно, эти оттенки попробовать на губах, протестировать. Наташа, у тебя какой цвет на губах? У меня на губах элегантный красный. Элегантный красный. Что ты, какие у тебя ощущения? Она очень хорошо ложится. Но это ты уже сказала. Да. Она, мне вот важно, она прозрачная или такой насыщенный цвет у нее? Необходимо было ее нанести буквально несколько раз, потому что с первого раза она не наносится вот так вот плотным такой слоем, да, чтобы перекрыть всю поверхность губ. То есть мне надо было нанести даже 2 или 3 раза, чтобы получить тот оттенок, который есть у меня. Понятно, хорошо. А второй оттенок – это сатиновый беж 332-68. Красивый оттенок, Тань, посмотри, нежный коралловый. Нет, давай вот мы сейчас остановимся на сатиновом беж. Вот он, мне кажется, совершенно не перекроет цвет губ, да? Он достаточно, ну, такой вот светлый-светлый, да, цвет? Да, он, да, что. Ты, кстати, же его тоже тестировала, да, на губах? Да, он такой, как блеск или бальзам для губ, который сейчас вот в этом каталоге, в каталоге номер 14 на последней страничке. То есть вот он буквально его, ну, незаметно на губах. Но губы делают абсолютно как бы бледными. Вот, да, такой эффект, да, у него, то, что очень модный, подзагоревшее лицо, это очень красиво, такой эффект. И вот сейчас многие контуры, вот у нас есть контур для губ, который служит для того, чтобы полностью обесцветить губы. Это сейчас очень модно и на волне. И вот это именно вот этот сатиновый беж, и еще, мне кажется, вот коралловый, да, нежный коралловый, он служит именно вот такому нанесению. Так, следующую помаду я тебе даю, это как раз и есть 33-270, это нежный коралловый. Ну, красивый такой оттенок. Красивый, но тоже он не такой насыщенный. Попробуй его чуть больше нанести несколько раз. Я хочу посмотреть, будет ли дальнейшее насыщение. Нет, обязательно необходим контур и наносить несколько слоев эту помаду. Вот видите, мне так интересно, что на каждой помаде есть оттиск. Видишь, 1976 год. Это именно в этом году начал свой легендарный путь. Да, это коллекция Giordani Gold. И вообще во всей коллекции, на каждом продукте вы увидите именно эти цифры рядом с логотипом. Это был оттенок, Наташа, элегантный красный. 332-71. И остался еще один оттенок. Сияющий пионовый. Давай, красивые цвета очень. Ну вот, кстати, элегантный красный, он очень насыщенный. Самый ненасыщенный – это сатиновый беж. И вот сияющий пион, он тоже такой розоватый классический. Цвет красивый. Ну, эти помады немного дают блеск.
Да, они дают, да, не немного, дают блеск именно. И цена такой помады 139 гривен. Если мы заказываем из коллекции Giordani Gold, со страниц 2-9, тогда мы можем приобрести помаду по уникально выгодной цене. Да, красивые помады. И следующая новинка, долгожданная, мы ее очень любим, она у нас уже была, это компактные румяна Giordani Gold. То, что у нас были шариковые румяна, да, но многие хотят этот уникальный продукт носить прямо с собой в косметичке. И у вас есть такая возможность приобрести два популярных оттенка. Это естественное сияние и бронзовое сияние, Наташа. Они у нас представлены сегодня, мы их можем протестировать. Опять логотип от 5976. Вот, я взяла бронзу. Я, кстати, зимой люблю именно использовать цвет естественное сияние. Получается такой абсолютно натуральный румянец, очень красивый, очень нежный. Вот бронзу я использую больше летом. Саня, а я и зимой, и летом одним цветом использую именно естественное сияние. Ну, давай попробуем протестировать. Давай. То есть мы так набираем, да? Весь оттенок, кисточкой оттенок. Посмотри, какой красивый, бронзовый. Он идет с блестками. Или это первый слой, который снимается. Вот я помню, что у нас в одних румянах так было. Помнишь, Наташа? Угу. Смотри, он уходит, эти блестки. И посмотри, какой красивый цвет. Давай другой стороной кисточки. Я другой, да, стороной кисточки, чтобы не смешивать оттенки. Здесь у нас идет розовый, коричневый, бежевый, красноватый. Ну и вот, конечно, разница видна. Видишь, Наташа, этот более... натурально, Таня, более, ну, естественный. Удобно. Очень удобно подправить макияж. Вообще, когда у тебя появляется румянец, ты сразу становишься более свежий, обновленный. И можешь начать весь свой вечер, да, опять как бы с самого начала. Здесь у нас идет 8 грамм. И хватает надолго. То есть, как минимум год, да, ежедневного макияжа. А то я думаю, что и Таня, больше. Хватает, мне кажется, в шариках, так в шариках. На лет 5. В шариках, да, на лет 5. Этим, я не знаю, может быть, будет быстрее расходоваться. Шарики просто терялись очень часто. Да, да. Очень красивая, роскошная мозаика, красивая, шикарная упаковка в золотисто-черных тонах. Стоимость этих румян 239 гривен. Если вы продолжаете участвовать в акции, делайте заказ на 150 гривен из каталога номер 15. Так, идем дальше, Наташ. На странице 9 у нас появляется новинка, которую мы сегодня можем вам представить. Карандаш-подводка для глаз, каллиграфия. Есть здесь два оттенка, коричневый и синий. И у нас сегодня представлен синий оттенок. И мы его протестируем. Наташа уже его протестировала и была очень сильно... Я не могу его ничем смыть. Я, правда, не пробовала средством для снятия макияжа, но вот он просто не стирается. Ну вот у нас же есть контуры для глаз, да, тоже стойкие, но у них не такой вот срез самого... Да. Очень интересный срез, можно нарисовать как толстую широкую линию, ага, очень широкую, а можно сделать очень-очень тоненькую линию. То есть, да, смотри, эта линия там в 5 раз шире, чем вот эта тоненькая. Цвет синий, очень благородный цвет, насыщенный, то есть он приближен к черному, да, ну да. Вот мне нравятся как раз такие тона. Ну, очень красивый. А, тоже стоит участие в акции 149 гривен, если мы делаем заказ на 150 гривен со страниц 2-9 из коллекции Giordani Gold. Да, Наташа, в этой коллекции такой вот появляется маленький аксессуар, но очень полезный, кисточка для теней натуральная. Посмотри, насколько она приятная, насколько она нежная, да, и она очень выглядит стильно. Посмотри. Очень красивая, Таня, и здесь же натуральный. Да, натуральный. Угу. И эта кисточка как раз подойдет, очень хорошо подойдет для нанесения теней, которые представлены на страничке номер 8, которую мы просто сегодня не можем показать. Тени для век в шариках, это кашемировые тени, мы о них уже рассказывали. Прекрасная, богатая палитра, темно-кофейный, морозный синий и таинственный Наташа зеленый. Именно для этого здесь нужна вот такая чудная кисточка. Так, ну что, коллекция Giordani Gold продолжается? Да. Появляется у нас очень стильный, миленький аксессуар. Набор, да, серег в подарочной упаковке. Наташа, мне очень понравился. Я тебе скажу, что такой вот, мы говорили, да, комплимент какой-то, да, мне понравилась первая цена. Я всегда к таким наборам отношусь немножко скептически, но от этого я была в полном восторге. 5 серег, 5 пар серег. Посмотри, какие они разные. И под жемчуг есть, и стразы какие-то, да, и посмотри, черный с золотым, и геометрия пошла, треугольник такой, и просто серебристого цвета палочки. Очень мило. Действительно, вы можете подобрать под любой случай серьги. А сделать такой подарок, посмотри, какая чудесная упаковочка. Бантик, черное с золотом. А если вы еще положите, либо это тушь, которая нужна абсолютно любой девушке, да, либо это помада, но это уже более эксклюзивно, либо это шариковый румян. Это будет такое красивое дополнение. 99 гривен, если вы размещаете заказ из каталога номер 15 на 280 гривен. Этот набор будет уже с вами.
И на 12-13 страничке, Таня, у нас появляется, обновляется серия «Восстанавливающий уход для волос». Появляется у нас шампунь, кондиционер и маска для волос под названием «Эксперт питания». Я обожаю вообще эту серию, потому что она действительно работает, она действительно профессиональна, и то, что в ней пишут, оно действительно так оно и будет. Кому подойдет эта серия? Для поврежденных, тусклых, усталых волос, то, что мы замечаем, особенно после лета, да, что происходит с нашими волосами. Волосы, которые пересушены феном или плойкой, тоже. Кондиционером, солнцем, да, на самом деле. Наташа, то есть я так понимаю, что если у тебя сухие волосы, жирные волосы, не имеет значения. Если они повреждены, если они выглядят устало, если они потеряли свой блеск, если они там распушиваются, то есть и вы недовольны своими волосами, вот эта коллекция идеально вам подойдет. Потому что в состав этой коллекции входит комплекс омега-3, специальная система восстановления волос, специально созданная для того, чтобы наши волосы выглядели всегда обновленными. Мы можем протестировать и посмотреть, да, хотя бы аромат, потому что обычно я знаю, что в этой серии профессиональный такой аромат отдушки практически нет, да? Это кондиционер, который действительно практически с очень легким нежным запахом. Шампунь, вот по идее, он должен быть прозрачный. Давай посмотрим, совпадут ли мои знания об этой серии с тем, что он есть. Абсолютно, да? Немножко перламутровый, да, то есть да. Вот шампунь. Очень красивая такая коллекция. И маска. Я очень люблю вот маски. Они очень такие густые. Да. Маску мы наносим на 10 минут на чистые волосы. И после маски волосы просто выглядят великолепно. И мы после маски просто смываем без шампуня, да, я так понимаю, да, волосы. Да, да, и совершенно. Вот это она у нас остается. Угу. Великолепно. По ценовой политике. При покупке двух цена каждого будет 77 гривен, если это восстанавливающий шампунь и восстанавливающий кондиционер. И маска будет стоить 99 гривен при покупке двух. То есть я правильно понимаю, что я должна купить две маски, тогда она у меня будет 2 по 99? Да. Угу. И, а могу купить, допустим, шампунь и кондиционер, и будут они у меня по 77? Ну вот это интересный вопрос. Да? Я думаю, что будет. Он же при покупке двух цена каждого. Либо, скорее есть всего, все-таки два шампуня, два кондиционера и две маски. Обратите на это внимание, чтобы вы правильно воспользовались акцией на странице номер 13. А следующая новинка интересная на странице 36 и 37. Это коллекция «Деним». И здесь у нас появляются митинки «Деним». Тань, давай сразу будем их смотреть. Так, это митинки. Носятся они очень красиво. Здесь есть вот такая вот дырочка. Я специально показываю нам, как туда сунуть ручку. Широкой стороной это идет на пальчики. Вставляется вот сюда. Видишь, как красиво. Большой пальчик. Вообще мне очень расцветка нравится. Очень прям красиво. И такое ощущение, что их вязали под меня. Очень тепленькие, очень приятные. Оттенки. Здесь есть серовато, зеленоватый, синий, светло-серый, серый, белый, да, вот такой идет перелив. Ну, в принципе, точно такое, как вы видите на картинке. По ощущениям очень приятно. Оно плотно облегает руку, оно комфортно. Тебе материал как? Акриловый мохир. Угу. Но он не колется, очень комфортно. Я просто такие вещи не люблю, я сильно мерзну в пальцы. Ну, это может быть для такой погоды, еще когда не очень холодно. Но если, конечно, вы сильно мерзнете в пальце, да. Ну, извините, митинки не для вас. Очень красивые, да, стоят 239 гривен такие митинки. Ага, одену я-ка две пары. Давай, одевай митинки. И что мы еще можем, Тань, примерить? Я думаю, сегодня ты будешь у нас примерять шапку «Деним». Ну, попробуй мягкая примерить шапка. Шапочку. У нее, смотри, такая достаточно крупная вязка. И просто дополнение к твоим митингам очень красиво тебе подойдет. Причем смотри, в каталоге похоже, что вот она даже ее не подгибает, да? Ага. Посмотри. А ее можно носить? Потому что можно ее и так, носить, и так. Да, и так, и так. Действительно ее можно носить. Но тут почему я покажу, что нужно подгибать? Потому что посмотри, здесь вязка в определенный момент делается таким образом, что здесь у тебя будет лицо при подгибе. А если ты выравниваешь, то тут у тебя идет не лицо, а изнанка. Да. Вот именно на этом кусочке. Поэтому все-таки, как задумано, она идет. Вот, ну, давай шапочку надо подгибать, потому что так получается она некрасивая. Ну, вот так как-то выглядит шапочка. Очень хорошо, Таня. Она тепленькая. Вот как раз та шапочка, которая подойдет девушкам с темными волосами. Да, 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 то, что мы вечно все блондинкам да блондинкам. Я себя чувствую комфортно, мне тепленько. Шапочка действительно тепленькая. Ну, мы в помещении, конечно, находимся. Наташ, ну я к такому набору все-таки еще присмотрела себе сумочку. Мне кажется, что она великолепно подойдет к дополнительному зимнему такому образу девушки. Посмотри, какая. Из чего
она такая мягкая, тканевая. Классно. Она из цвет ткани... индиго. Да. Имитация такой вот акрил, имитация кожи на плечный ремешок. Имеется в виду, что вот здесь идет кожа. Угу. А так она тряпичная. Цвета индиго с металлическим замочком. Видишь? А скажи мне, регулируется ли она по длине? Нет, по она длине не регулируется. Она не регулируется, и ручка не снимается. Угу. Ну, примеряй. Давай. Так, а защелка, видишь, она закрывается вот так, да, вот вниз. Да, такая интересная защелка. Угу. Ну, это тут она уже, конечно, нужно пристать. Она такая простроченная, да, Таня, как матрас. Стеганая, очень стильно выглядит. Мне очень понравилась. Она очень приятна в руках. Вот тактильный эффект приятный. Она спускается ниже бедра. Но очень многие носят сейчас вот так, это через плечо, смотри, как мне гармонирует с моей очень одеждой. Очень хорошо, Таня, вот такая девочка, припевочка, да? Да, шапка стоит 199 гривен, очень хорошая цена, а сумка стоит 699 гривен. Вот сумка как бы дороговата, но по-честному она мне понравилась. Если вас не смущает цена, берите смело, ну, красивая сумочка. А митинги сколько стоят? А митинги стоят 239 гривен. Прекрасно. Коллекция, ну, и на этой страничке мы еще видим носки-тапочки из коллекции «Аметист». Я что-то думала, что это дополнение коллекции «Деним», но видишь, они немножко другого оттенка. Я люблю носки-тапочки, потому что в них тепло, комфортно, и на них еще такие, да, приклеенные такие... Чтобы не скользила, да, не скользила нога. То есть очень хороший подарок будет как раз согреть себя там в зимние вечера. Да, но коллекция «Аметист» не просто так прозвучала на этой странице, как раз именно на следующей она просто, видимо, сюда тапочки не влезли, носки, тапочки, поэтому были напечатаны там. Здесь у нас коллекция «Аметист» на странице 38-39, и глядя на эту страницу, я уже захотела взять все. А теперь давайте посмотрим это вживую. Так ли это, Наташа, на самом деле? У нас присутствует в этой коллекции перчатки, вот такой вот шарф-воротник и сумка. Ну что, с чего хочешь начать? Тань, хочу начать с сумки. Давай начнем с сумки. Сумка фиолетового оттенка. Посмотри, Таня, такой полукруглый у нее. Форма такая полукруглая. Угу. Удлиненные ручки. То есть ее можно носить. Сейчас мы примерим, как она будет ли она смотреться на плече. Два замочка у нее на молнии. Где тут два замочка? Вот у меня вот, с одной стороны и с другой стороны. Вот то есть можно либо в одну сторону открывать, либо в другую. А внутри. Дно, смотри, дно широкое, да, то есть она будет хорошо стоять, много можно положить по ширине. Да, и она может, да, если мы что-то в нее положим, она немножко примет такую вот красивую форму сейчас, да. Очень модную, на самом деле, дизайн разработан великолепно. Немножко хочу сказать все-таки по самой качеству дермантина, имитация кожи, в принципе, очень неплохо, да, она блестит. Угу. Она как шлифованная. Шлифованная, да, как, да. Такая вот гладенькая, ну, очень неплохо. Какая-то штучка висит, я думаю, которую что ее можно снять. И лучше будет ее снять. Да. А внутри, как обычно, подкладка из достаточно плотного материала, карманчик на змеечке и два карманчика для мобильного телефона. Ну, Таня, давай единственное на руку, да, мы примерим, да, ее. А ну, примерь ее на плечо. Ну, в принципе, ее можно и на плечо. Если вы едете. Она на плече очень удобно, очень комфортно. Да. Угу. Стоит такая сумка 799 гривен. 799 гривен. Ну, цвет шикарный. Мне такие очень цвета очень цвет. Нравятся. И вообще, не только сумка такого цвета, Таня, вот доставай этот чудный шарф. Шарф я в восторге уже сразу. Потому что здесь черный с аметистом. Посмотри, какие уникальные цвета. Вязка обычная, да, косичка какая-то или как что это? Как они его так переплели, этот шарф? Ну, как-то переплели. Задумка была такая. Закрутили, косичку сплели. Да, вот, видите, вот шовчик, и оно с этого все пошло. Угу. Вот. Очень красиво. В общем, распутать это невозможно. Нет, снять это не так, можем. Одевай. Шарф вот так вот выглядит. Угу. Сразу становится очень тепло, потому что здесь его много. Но при этом, как мы шарфом? Мы же закутываемся. Ну, да. А тут сразу мы одели, если у вас подходит под наряд, Наташа, комфортно. Уже запутываться не нужно. Хорошо, да? Мягенько, да. Шарф-воротник 449 гривен, замечательно. И к этому шарфу у нас есть еще перчатки. Наташа, я тебе дам примерить тоже перчатки, чтобы мы посмотрели. Это имитация кожи. Перчатки. Они мягенькие.
Мягенькие. Видно, конечно, что это не кожа, сразу я вам скажу. То есть... А видно по такому характерному блеску. Ну, какой-то, да, блестит. Дермантиновый. И оно вот на сгибах, оно так видно, что это не кожа. Но что хорошо в этих перчатках? Здесь они достаточно теплые. Здесь подкладка очень теплая. Из чего она? А мы вывернем сейчас, смотри. Это флис. По-простому, да. Это флис, вы это чувствуете. И что хорошо, что как раз на пальчиках эта подкладка очень хорошо прострочена, то есть пальцем будет тепло. Угу. Я просто всегда проверяю подкладки, чтобы здесь полиэстер, было все хорошо. Да, сделано в Китае. Длина их, длина пальца 8 сантиметров, максимальная длина пальца, ширина ладони 9 сантиметров. То есть очень удобно, что нам уже написали сразу габариты, по которым мы будем входить или не входить. Ну, в принципе, девушки в основном, конечно, имеют вот такие вот ручки. Что ты скажешь, Наташа, тебе нравится? Тань, ну, это достаточно симпатично, я не могу сказать. Что, ну, смотрится хорошо. Да. Смотрится тепло. Хорошо, тепло, да. 529 гривен, конечно, мне кажется, немножко для них дороговато. Дороговато, но... Но такая цена. Да. И мы с этим будем почти работать, согласны. Да, в каталоге номер 15. А в этой коллекции у нас еще появляются серьги, кольцо и ожерелье под названием аметист. Мы сегодня сможем только показать, к сожалению, ожерелье. Ну, серьги, в принципе, будут... очень гармонировать с этим ожерельем, даже примерно такого же, ну, с такими же какими-то бусинами. Да. Мы с Наташей взяли в руки ожерелье и чувствую, что слова закончились, потому что оно не произвело такого впечатления, как, ну, как ожидалось. За 299 гривен я ждала чего-то большего. Простая цепочка, пару каких-то камушков. Смотреться может оно будет хорошо, по-честному. Так как эта вещь, скорее всего, носится на вещи, она не будет темнеть, да, мы ее не будем там подставлять под воду. И она, ну, мне кажется, что как-то простовато. Таня, ну, примерь ее на себя. Ну, как-то на какой-то гольфик, на какой-то свитерочек. Не знаю. Ну, смотрится просто. Если не сказать другого слова, то смотрится просто. Да, потому что вот эта цепочка. Сама цепочка обычно, она видна, вот это вот желтоватый цвет такой, знаете, как в лунопарке вы когда-то выигрывали в детстве. Вот приблизительно это вот подобная вот такая вот цепочка. Да. За 299 гривен делайте свой выбор. Ну, серьги 139 и кольцо 99. У кольца будет регулироваться размер. Да. Ну, думаю, что это подобные вещи, собственно говоря. Так, следующая новинка, которая у нас здесь есть, это страница 124, Наташа. Появляются аксессуары, аксессуары для ванны, для душа, то, что нам всегда нужно. И мы, кстати, любим эти очень аксессуары, потому что прекрасные подарки, Наташа, какой-нибудь гель для душа, кремчик. И вот тут раз, и смотри. Такая вот пилка. Шлифовальная пилка для ног, вау! Такого зелено-салатового, желтоватого цвета. Какая у нас такая подобная была? Конечно, были. Мы меняемся, мы разные, хочется что-то нового. Ну, пилка, обычная пилка, как мы привыкли, да? Наждачная такая, как бумага, двухсторонняя, да? Для крупного, крупная такая терка, да? И полировочка, такая, да. Шлифовочная, полировочная. Наташ, просто каждому хочется иногда что-то обновить. Поэтому очень хорошо, что компания Reflame представляет нам такую возможность обменять наши любимые аксессуары на что-то новенькое, другой цвет. Всего лишь за 30,90. То есть очень хорошая цена. Прекрасно. Таня, на следующей страничке, на 127, мне очень понравился крем для ног. Я, честно говоря, думала, что он с черникой. Я так люблю, вот у нас были крема для ног с черникой. Я ждала буквально его, я его открыла, и мне показалось, что это он. Но я была очень удивлена, потому что это не черника, а это экстракт сливы. Этот крем содержит глицерин и натуральный пчелиный воск. Но так как он пахнет и такого, как он цвет, вот такой, да? Он перламутровый, он очень густой, очень густой. И красивый у нее. Его нужно. Крема. Это как, знаете, ночные крема для ног. Вот поэтому я думаю, что принципы они созданы, когда их нужно совершенно чуть-чуть, совершенно. И вы его, посмотри, вот ты мне сколько выдавила, я могу... нанести, наверное, на одну ножку точно. Угу. Восстанавливают очень сухую кожу ног. Зимой это особо актуально. И цена 29,90. Но это же не просто 29,90. Да, потому что это, если мы заказываем любой продукт с каталога номер 15, мы имеем возможность заказать вот этот крем для ног по уникальной выгоде. По этой цене. Да. Отличное предложение. Я думаю, что у каждого появится в семье.
такой крем для ног и берите ей на подарки. Кстати, к этой пилке прекрасный будет подарок. 30 гривен пилка. 30 гривен, а за 60 гривен у вас вот такой маленький чудный подарок. И уже так буквально, я знаю, что уже многие готовятся к наступлению Нового года, Таня. И ты знаешь? Делать подарки заранее. Потом, абсолютно потом, правильно. Чтобы не было сюрпризов. И на страничке 139 у нас появляется новинка для мужчин. Туалетная вода S8 Icon. Это яркий, современный и незабываемый аромат. Таня, посмотри, какой красивый флакон. Да, Наташа, когда я увидела этот флакон. Во-первых, мне очень нравится эта вода. У нас есть она в разных проявлениях. S8 Night, S8 классический, сейчас S8 Icon. Лимонная бутылка. Я нанесла Наташе уже на нее аромат, чтобы мы его протестировали. Я тебе предлагаю это сделать, потому что, увидев эту бутылочку, я поняла, что здесь будет аромат именно с каким-то лимонным настроением, каким-то цитрусовым. И чему я была очень удивлена, что здесь вообще нету подобных нот. Вообще нет лимона, да? Здесь белый виноград, герань и амбровая древесина. И действительно, вот мы тестируем этот аромат, вот какую-то древесную ноту мы ее ощущаем. Мне кажется, что она как основная идет. То есть это то, что сразу вы ощущаете. При этом чувствуется, что аромат энергичный, яркий для молодого стильного мужчины. Кстати, создавали этот аромат Дора Багриш и Дафна Бюже. Им навеяло вот этот именно аромат, это виды Стокгольма. Вот такой европейский, спокойный город, но при этом энергичный и красивый. Вот аромат передает вот эти все нотки настроения парфюмеров. И мне кажется, он очень удачный. Очень удачный по такой цене, Таня. Это будет прекрасный подарок вашему любимому мужчине. Это будет прекрасный подарок уже и к новогодним праздникам. За 285 гривен, если вы разместите заказ, всего лишь на 150 гривен из этого каталога. То есть коллекция Джордани, столько новинок, столько аксессуаров, да, средства по уходу за волосами и аромат за 285 гривен по выгодной цене. Пожалуйста, заказывайте, потому что аромат этого действительно достоин. Сделан этот аромат в Швеции. И вот, Наташа, мы с тобой неожиданно подошли к окончанию каталога номер 15. Уже последняя заключительная страница, обложка каталога. И она меня очень радует, потому что выглядит ярко, красиво. Вот прям зимний вечер. И вот, вот эта вот новинка очень нам необходима, Наташа. Таня, ну у меня такой кремчик подобный. Есть там с разными ароматами. И всегда у меня дома находится их, ну как минимум 5 кремов где-то в видных там местах. Потому что я постоянно им пользуюсь. Я пользуюсь им обязательно для губ. Я смягчаю, да, там кутикулу, да, есть какие-то там локоточки, да, и действительно в этом каталоге очень удачно то, что есть такая буквально картинка, для чего этот крем предназначен, чтобы мы не забывали, а использовали его по всем там нужным нам назначениям. Это точно. Да, по уникально выгодной цене всего лишь за 19,90. Давай мы все-таки, а ты вообще корицу любишь, Наташа? Корицу не люблю. Ну, этот, кстати, аромат с корицей именно, нежная забота, да, с маслом корицы, но аромат его, я тебе дам попробовать, хоть ты и не любишь, но мы попробуем. Оно не ярко выраженная корица, а ощущение, что такое вот печенье с корицей, детский вкусный аромат, что я думаю, что дети будут с большим удовольствием пользоваться, если вы захотите намазать немножко губки после зимней, да, прогулки, да, в холоде, может где-то пальчики смягчить себе, ногти, кутикулу, там все что угодно, средство классное. А вообще, Наташа, оранжевый цвет, это я считаю, что вообще цветотерапия, да, ты уже смотришь, у тебя уже поднимается настроение. Стоимость такого крема стоит 19 гривен 90 копеек, чудесный подарок. Для себя, конечно, их нужно брать несколько штук и пользоваться, и дарить радость всем своим окружающим. Ну, на этом были все новинки каталога номер 15. Каталог был яркий, красочный, очень много выгодных предложений. Обязательно воспользуйтесь ими. Если вам было полезно наше видео, ставьте под ним палец кверху, пишите свои комментарии, отзывы, что вам понравилось, что вы купили, что вы приобретете, порекомендуете своим знакомым и клиентам. Если у вас еще нет скидочной карточки компании Oriflame, а вы хотите приобретать нашу продукцию по уникально выгодным ценам, внизу под видео переходите по ссылочке, и мы поможем вам такую скидочную карточку оформить. И, конечно, ждем вас на канале Oriboss.